Приветствую, друзья! В этом видео я покажу, как сделать бумажную кусудаму с сердечками. Нам понадобится 6 квадратных листов бумаги любого размера, например, 12 на 12 сантиметров, а также ножницы и клей. Все модули собираются одинаково. Вначале складываем квадрат пополам. Затем раскрываем и подгибаем к центральной линии правую и левую сторону. Снова раскрываем и складываем пополам во втором направлении. Подгибаем к полученной линии нижнюю и верхнюю сторону. Раскрываем и сгибаем листок по диагонали в одном направлении и во втором. Переворачиваем и подгибаем к центральной точке все 4 угла фигуры. Раскрываем. Теперь нужно сделать 4 разреза по указанным линиям. Используем для этого ножницы. После разворачиваем листок так, чтобы сверху была та сторона, где сгибы по указанным линиям сделаны горкой. Сворачиваем эту часть фигуры вот таким образом. Повторяем для каждого угла. Получилось вот так. Теперь переворачиваем и подгибаем один из углов к центру и проглаживаем бумагу с обратной стороны. Повторяем те же сгибы с каждым углом. После подгибаем внешнюю сторону фигуры к центральной линии. Боковые части раскрываем и проглаживаем. Повторяем для каждой стороны. У нас получилась вот такая фигура. Осталось подогнуть уголки, чтобы было больше похоже на сердечки. По линейке подгибаем верхние уголки, а затем боковые. Для красоты наклеим стикер в центр фигуры. Делаем всего 6 таких модулей и приступаем к сборке. Все элементы нужно склеить между собой. Для этого требуется промазать клеем уголок одного модуля и совместить его с углом второго. Склеиваем две детали. Затем добавляем к ним третью и четвертую. Далее склеиваем друг с другом два крайних модуля.
Приклеиваем два оставшихся модуля по боковым сторонам фигуры. Подправляем форму и все готово. Вот такая кусудама получилась в результате. Как она вам? Напишите в комментариях. И подписывайтесь на канал Artvium. Здесь вы найдете еще много идей для творчества.